Дорогие друзья, наше путешествие продолжается. Сейчас мы приехали в горный парк Рускеала, чтобы как следует насладиться туром Карелии. Пошли, Ксюш! Приехал Ваня в Карелия тур. И наши новые друзья Марина и Олег. Мы приехали в... Мы приехали в парк Рускеала. Пока что делать мы тут, я не знаю. Это мраморный каньон, да, называется? Мраморный каньон. Первое место, которое мы посещаем в парке Рускеала, это подземная пещера веселого гномика. Максим, они холодные или теплые? Они холодные. Класс. Так, где мы находимся? Где мы очутились? Там лягушка. Папа, почему я вода? Вторая. Посмотри. Сейчас упадем. Мама, ой, папа, а почему там вода? Нам ее налили? А? Нам водили? Нет, она естественное образование. Головы скалы, осторожно. Машка, заставься. А в чем история? Ничего себе. Олег, на хоть какой-то фильм нам надо будет. Это как где-нибудь в Техасе, в Канаде, может быть, я не знаю. Ну, просто потрясающе красиво. Нереальная красота. Нереально красиво. Это очень красиво. Ну посмотри, правильно, неправильно. Я думаю, что надо тебе Алену брать на ручки, а я коляску. Здесь только дорога, а дальше? Давай правильно. Дим, развернись на меня, пожалуйста. Дим. Дима. Дима, пока. Дим, пока. Прикольно. Мне в трещину. Это невероятное. Вода кристальная. Я хочу заверить. Дима. Сюда, ко мне. Гордеева. Дима! Так, давайте.
сейчас. Где мы сейчас находимся, покажи. Где-то здесь. А куда отправляемся? Здесь находимся. В принципе, на Белую гору можно сходить. Ну, давай сходим. Давай сходим. Ну давай вот еще хотел бы покататься на одной лодке. Озеро имени Монферрало. Класс. Счастливой дороги. Это кто лежит? Ты ящерик нашел? Нет. А монеточки там лежат. Нет, я не пойду. Смотри, на камне прям деревья растут под водой. Да. Тем, кто плавает там на лодке. Пока никакие. Потом уже буду. А, да здесь уже чем-то Мне кажется, да. Мне кажется, что здесь. Вот. Здесь есть. Она 4. Она 4.
Ну сейчас парень это все засилит. Что это за объективы стоит? Портретный. А мне тоже тогда. А вы здесь будете? Да. Самое главное снять будет. Что, Даша, ты еще не придумала? А когда на Дашу будут надевать? Это уже вот я следующий. Я не знаю. Я следующий. Ну все, Ань, давай, я пойду. Давай, я пойду. Все, давай, Анечка. Ты для пущего эффекта громче кричи. Чтобы... Нет, я наоборот хочу не кричать. Чтобы сама испугала. Давай, я пошел туда. Надо вот так вот это. Олег! Он тебя делает Вот тогда все твои страхи наружу вылезут. Ну ладно, я одеваю. Ну, главное, или именно бояться. Прыгать. Прыгнуть. Страшнее прыгать. Ну, шаг сделать туда. Мне кажется, мне. А там уже ничего делать, не там уже страшно, не страшно, там уже не важно. Закрой глаза и представь, что тут пропасть. Это мы на тебя посмотрим вот там. Нет, это не будет. Я думаю, это легко не стоит, если там будет. Дух, и все. А так ты просто и прыгаешь. Вот так вот только прыгай, ладно? Ну, вот так делай. А я тоже хочу делать. Не, я хочу без звука попробовать. А мы потом наложим тебя, как ты так, потом Дашу. Нет, я без звука хочу. Нет, ну что без звука неинтересно. Чем больше мама... Вон там, мама наша вон там. А где моя мама? Там уже все. Все уже надо. Надо уже одевать следующего. Просто будет. Да, выйдет, это прикольно. Просто выйдет сюда. Просто ты не будешь, готовы? Тоже выхода назад уже нет. Папа уже платит. Подожди, мне сейчас это назад. Смотри, как у меня слетает. Не 2000, а 2000, она заплатила. Зато потом будешь всем друзьям рассказывать, какая ты была смелая. Беленький всем. Я точно не слава. Давай, прыгай. Нормально? Да. А тебе не больно сейчас было? Сейчас нет. Не трогай, ты меня сейчас там отстегнешь где-нибудь. Не трогай. Даша, иди сюда.
Да, да, Аня, да. Почти как с парашюта прыгнуть. Это нет, наверное, с парашюта менее страшно. Там внизу не видно ничего. Здесь ты видишь, что вот она земля. Классная земля. Представь, что ты просто прыгаешь с трамплина в воду. Да. Я боялась с трамплина прыгнуть, который... Причем вот эта высота намного меньше. Так. Шлем ждем. Вот и вот. А, вот это вот еще. Ладно, это Вадим. Главное снимать. Шлем прислали.
свой страх. Ну, да, 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 чтобы слабость не показала. Да, да, да. А мне кажется, наоборот. Там та девушка, которая просто всех кричала, ей громче всех аплодировала. Нет, тут страх именно показать свой страх. Если ты прыгаешь и кричишь, ты как бы открыт. А, ну вообще на канатной дороге там не очень страшно, а очень весело. В принципе, там, когда уже, когда я уже там в конце уже был, там вообще я не прямо врезался, а там типа меня немного остановили. Так что там вытягивают. Ну, об мат я не стукнулся. А Ксюше понравилось? А Ксюше я не знаю. В принципе, она говорит почему-то, что очень быстро. И вообще это реально где-то Туда. А между прочим, здесь снимался фильм, назвали здесь «Тихие».
Даш, Даша. А кто это, кстати? Не знаю. Вот Америка, по-моему. А-а-а. Я встаю.
продаж. Ну что, вы ненормальный, что ли? Мам, там на карте. Слушай, тебе понравилось? Так, вот да. Дали сюда вот носочки вниз, туда. И туда надо вниз. Надо лазить у меня. А да? Почему ты Уи не сказала, когда прыгнула? Я не успела, потому что я прыгнула очень быстро, мне было очень больно, потому что мне все просто. Бабу дыхание сплава. Я не знаю. Нет, нельзя. Не надо, ничего не трогай. Помаши папе руку. Даша! Ты что делаешь, Саш? Мы с Аленой здесь, я держу ее на руках. Я сейчас тебе просто надаю по ушам. Подойди, дай их это первый. Стой на месте. Мам, стой, я без рук иду. Мне страшно. Я с Аленой, мне страшно. А у меня руки так перевернулись. Смотрите, папе. Максим! 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 Вот так? Да, 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 да. Еще, еще, еще. Сильней. Еще, еще, еще. Во, 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 класс. Я еще сильнее могу. Давай. Готовность номер один. Thank you.